Ароматный напиток из земляной груши, сироп из топинамбура с малиной, цукаты и чипсы из солнечного корня. Все это удалось попробовать журналистам, которые побывали на заседании круглого стола «Картофель и топинамбур. Продукты будущего». Российские и белорусские ученые активно работают над развитием отечественных сортов картофеля и топинамбура с высоким содержанием витаминов и антиоксидантов. Эти растения очень устойчивы к вредителям и не требуют большой химической обработки. Мы создали в 28 регионах России тест-питомники, где сравниваем в одинаковых условиях наши сорта, белорусские и зарубежные. И доказываем потребителю, что надо покупать наши сорта, что они лучшие. На круглом столе особое внимание было уделено топинамбуру. В России не сформирован спрос на эту ценную культуру. Топинамбур – источник очень полезного вещества – инулина, который нормализует жировой обмен, снижает уровень холестерина и предотвращает развитие атеросклероза сосудов. Хотя пока для многих российских садоводов топинамбур – экзотическое растение. Мы-то его посадили ради цветочков, так и, в общем, это было красиво вдоль забора. Вот. Потом, значит, начал изучать эти клубни, которые, оказывается, не мерзнут зимой и вообще прекрасно сохраняются. И на следующий год опять прорастают и опять продолжают расти. Мы его и там, и как-то там в салаты использовали еще. В общем, мне понравился продукт, да. При правильном использовании. Единственное, он корявый очень, его чистить невозможно. Понимаете, надо выводить такой, как картошку, кругленький, тогда вот будет хорошо. Все участники круглого стола пришли к выводу, что российско-белорусские программы, в том числе по картофелю и топинамбуру, нацелены на создание условий по замещению импортных продуктов отечественными.